Оставайся на моем канале, потому что сейчас я расскажу народные приметы про бабочек. Считается, что бабочка является посланником потустороннего мира. У многих народов существует поверье, что залетевшая в дом бабочка может быть предупреждением о болезни или беде. Залетает в дом бабочка, не препятствуйте, не убивайте бабочку. Помните, что она может быть душой умершего родственника или близкого вам человека. Вас ожидает дальняя дорога и встреча со старыми друзьями, если вам на голову села светлая бабочка. Предстоящие переговоры будут удачными, если на вас сядет бабочка золотистого цвета. Золотистая бабочка может также предвещать о прибавлении в вашей семье. Знаком того, что за вами кто-то очень скучает, является, если бабочка, пролетая мимо, коснулась вас. Хорваты, сербы и болгары верят, что во время сна ведьмы ее душа покидает тело и превращается в бабочку-вампира. По ночам такая бабочка может душить людей и даже сосать из них кровь. Спасибо за просмотр. Пока! Оставайся на моем канале.